Я приветствую на моем канале. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем уже наблюдаем СП больше, чем просто большая. Наш большой отчет девчонок с их большими работами. Итак, давайте условия сначала СП проговорим, а далее будем двигаться уже как пойдет. Итак, для участия в нашем СП работы должны быть большого формата, а именно 72 500 крестиков минимум. Можно также вышивать бисером, можно вышивать китайские нанесенки, как говорят у нас в народе, или когда схема нанесена на канву. Отчет у нас ежемесячный, с 27 по 31 число каждого месяца. Минимальная сумма отчета для крестика – это 1000 крестиков, для бисера и полукреста – желательно 2000 значков. Далее. Отчеты принимаются в альбоме, который лежит в соцсети ВКонтакте. Альбом так и называется «СП больше, чем просто большая», точнее, это группа. Там есть альбом для отчетов, есть альбом финишей и даже есть альбом для отдыхающих, так скажем. А для того, чтобы отчитаться, вам надо зайти, просто написать слово «отчет», количество крестиков и поместить фотографию. Буду рада, если вы будете еще размещать свои промежуточные фото. С недавнего времени у нас бывают конкурсы, вот как сейчас вы видите «Город Москва». Написано было. Так вот, каждый месяц мы придумываем какие-то небольшие конкурсы, вообще не напряжные для вас. В плане это никакой не марафон. От вас требуется сделать какой-то шаг определенный для того, чтобы вы могли играть в розыгрыше. Этот месяц, к счастью, не исключение. Итак, в сентябре месяце было предложено оставить слово «город», в котором вы живете. Я подумала, что бывает часто такой момент, когда мы живем в одном и том же городе. Иногда это большой, иногда маленький, значения не имеет, но мы не знаем друг о друге. Я думаю, что когда вы увидите знакомое название своего города, вам будет, возможно, интересно познакомиться с девушкой, которая участвует в одном и том же СП с вами. И, возможно, вы подружитесь более ближе, будете общаться. Не знаю, как насчет дружбы. Также хочу сказать, что в этом месяце финишировала 3 прекрасные работы. Одна из них даже будет участвовать в розыгрыше, потому что она вышла в этом месяце самое большое количество крестиков. Это я уже забегаю вперед. Итак, про условия я вам рассказала. А теперь условия, которые по сентябрю. Наш спонсор, наша вышивальная фея, скажем так, зовут ее Лариса. Одна из участниц нашего СП предложила нам в подарок еще один набор. И мы его разыграем. С помощью вас, участниц, мы с Ларисой выберем самые понравившиеся нам 2 картинки. Точнее, она пусть выбирает. Или, скорее всего, что она будет просить помощь зала. Давайте сделаем помощь зала. В группе будет написан пост, под которым вам надо, как участницам, если вы хотите, написать вашего фаворита, кто вам нравится из города, так сказать. То есть просто надо будет написать номер участницы. И вот кто больше наберет из участниц, ну, ваши, так сказать, голоса, та и получит приз. Также в этом посту будет, конечно же, размещена картинка набора, который мы будем разыгрывать.
Я надеюсь на вашу поддержку, девчонки. Да, знаю, возможно, я усложняю вам жизнь, но давайте чуть-чуть поможем друг другу выиграть кому-нибудь наборчик. Понятное дело, что в этом месяце у нас есть скоростная вышивальщица. Она уже получит схему. Причем в этом месяце у нее будет выбор. Она может выбрать схему от Химеры или же схему от Иволги в платном альбоме. Я еще раз благодарю всех, кто участвовал в этом отчете. Особенно хочу поблагодарить 136-ю участницу, нашу Марину. Она очень активно всем комментировала, со всеми общалась, за что ей большое спасибо. Раньше в летний, так сказать, весенний период это делала Лена Тим. Ну, Лена Тим сейчас немного занята. Ну, я думаю, как только она разгребет все свои дела и более внимательно заглянет в наши альбом и в наши работы, я думаю, что будет очень много вопросов, где, кто, как, что, поскольку очень много участниц теперь не только Химера, не только Хаер, но и Золотое Руно, и китайские нанесенки. Также есть авторские другие работы. То есть дизайнеры авторских больших работ. И все это очень интересно. Много количества техник исполнения. Какая, где у кого канва, какими нитками кто вышивает. Абсолютно все по-разному. И когда ты говоришь слово «многоцветка», ты уже понимаешь, ну лично я точно понимаю, что это не только много крестиков или значков, это еще и разный подход вышивальщиц к работе. Потому что есть очень много сюжетов, которые повторяются, так сказать, да. Но это только на первый взгляд они повторяются. Мне все-таки кажется, что повторения не может быть, поскольку каждая девочка начинает со своего угла. Разная тактика по вышивке, разные такие впечатления от работы. И, в общем-то, все по-разному. Заглядывайте, пожалуйста, в комментарии, потому что есть у нас блогеры, которые снимают видео. Там они в основном делятся своими впечатлениями. Ну а девочки, которые не делятся впечатлениями, они это все пишут в комментариях, и мне очень радостно было читать эти комментарии. Не везде я всем отвечала, но я ставила лайки. И поверьте, я за вами слежу. Кого надо, попинали, кому надо, рассказали и так далее. Я благодарю всех, кто участвовал. Давайте, девчонки, осень. Это наше время. Зима еще, конечно, впереди, но я думаю, что осень – это начало вышивального сезона. Еще чуть-чуть и скоро Новый год. В Новый год мы будем с вами отдыхать целый месяц, целый январь. Не забывайте об этом. Я надеюсь, что вы будете с новым вдохновением приходить в 2020 году. Ну а поскольку мы еще в октябре 2019, я желаю вам успехов и жду вас в комментариях под постом. Спасибо большое, что вы были со мной. Ну а теперь по традиции немного музыки, а то я уже устала. Как бы я не устала, но сказать мне больше нечего, наверное. Да нет, я устала просто 3 или 4 дня делала отчет, вставляя города и так далее. Вас много, чему я тоже рада. То есть это приятная усталость, но есть немного такое опустошение. Все-таки я рада, что я уже делаю финишную прямую отчета. Я предлагаю послушать музыку.
И не помню, сказала я или нет, но в отчете представлено более 500 фотографий. Так что я думаю, что есть что посмотреть, в чем вдохновиться. Всех люблю, целую, обнимаю. Шустрые вам иголочки, послушных ниточек. До встречи.
Thank you.
Thank you.
Итак, приступаем к розыгрышу. Как вы знаете, сегодня закончился сентябрь, а точнее уже сегодня 2 октября. А у нас с вами квартальный розыгрыш на скоростную вышивальщицу. Я сейчас вам показываю это отчеты, которые актуальны на сегодняшний месяц, 142 участника. Вот мой файлик, в котором я все выделяю, где финиш, кто ушел, кто что. Вот зелененьким отмечено, кстати, в этом месяце Екатерина, у нее финиш и самое большое количество крестиков, 29061 крестик. Не помню, чтобы было столько много у нас. По-моему, что-то такого прям большого не было. Сейчас глянем. А нет, было 33 в первом месяце. Было 33, но сейчас эта работа отложена. Ну, в общем, есть куда расти. И вообще было несколько человек в этом месяце, у которых было по 20 тысяч, за 20 или за 10 тысяч. В общем-то, неплохие результаты. Так, держать. Есть, конечно, работы, которые ушли в отпуск на пару месяцев. Не все показали свой город. Ну, кто не показал, это его проблемы, скажем так. Итак, в первом месяце у нас с скоростной вышивальщицей была Ольга, 23-я участница. Эта работа уже как финиш. Вторая работа, то есть второй месяц, это у нас была Елена, 125-й участник. Относительно недавно она в СП. И в этом месяце, как я уже говорила, 29 тысяч. Скоростная вышивальщица Екатерина, 97-й участник. Надеюсь, что она продолжит участие. Ну, если нет, то, к сожалению, нет. Заставлять, конечно, не будем. Участников я назвала. Поэтому, думаю, никаких проблем не будет. Мы делаем с 1 до 3. Так, единичку. И генерируем номер 1. Итак, я поздравляю Ольгу. Выигрыш. В этот раз будет схема все еще от Химеры. Если есть желание схему выбрать у Иволги в платном альбоме, тогда просто мне надо в личных сообщениях Юлии Неминской написать ссылочку на схему, которую хочешь получить. Вот. Я еще раз поздравляю. Спасибо всем участникам, которые были в этом месяце. Спасибо всем, кто принимал участие в такой акции, как «Город». Напиши свой город. Надеюсь, что вы запомните, где у кого какой город, и будете дружить городами, скажем так. Когда в одном городе несколько человек живут, они просто об этом иногда не знают. Поэтому я хочу еще раз сказать всем большое спасибо за этот прекрасный отчет. Я пока буду показывать вам все работы, которые у нас есть в участии. И приглашаю, конечно же, вновь и вновь новых участниц к нашему уютному дворику, так скажем, да, к вышивальному огоньку. Приходите к нам в гости. Становитесь новыми участниками. Всем спасибо большое за участие. Всем пока!